громкая музыка, восторженные крики поклонников и зажигательные ритмы песен в жанре рока. В Шымкент с концертом приехала группа «Нутеки». Четверо парней из Белоруссии с гастролями навестили Казахстан, побывали в Алматы и теперь выступают в нашем городе. Павел Толовиков только утром по дороге на работу слушал в наушниках песни группы «Нутеки». И вот уже вечером наслаждается их живым выступлением. Так я знаю уже буквально, наверное, 3 или 4 месяца, но они мне действительно очень нравятся. Я слушаю их просто каждый день, и они приехали сюда, это просто прекрасно, это круто. Я рад. У них крутые песни. Группа «Нутеки» существует больше 10 лет. За это время парни перепробовали разные стили музыки. Сейчас их творчество – это симбиоз различных жанров, в основе которого лежит рок. Раз, два, три, четыре. Где найти? Парни из группы «Нутеки» – ребята талантливые. В 2006 году группа заняла второе место на рок-фестивале «Признан быть первым». За время всего существования парни трижды участвовали в национальных отборах конкурса «Евровидение», занимая второе, пятое и девятое места. В 2015 году сингл «Дни километры» попал в проект «Песня года Белоруссии», а клип на эту песню собрал более 1 000 000 просмотров на YouTube. Дни километры за стеклом, и там, где ты, там есть мой дом. Я знаю, и ты знаешь, что выбора нет, мы так живем. Да многого нет, но мы вдвоем. Понимаю, понимаю. В Казахстане группа «Нутеки» выступают впервые. Парни признаются, что просто очарованы красотами нашей природы. Еще больше им понравились приветливые жители нашей страны. Люди – самое ценное, что есть в Казахстане. Очень простые все, очень легко общаться, очень легко подружиться с казахстанцами, потому что, наверное, в Казахстане люди пытаются, меньше пытаются казаться больше, чем они есть. Ну, если так можно выразиться, сложно, да? В больших городах и в других странах часто люди пытаются казаться кем-то, кем они не являются. Больше, чем они есть, да. А здесь, вот, например, простой пример. Мы можем стоять на улице, и какой-нибудь человек может идти мимо, вдруг пожать нам всем руку. Просто подойти такой, братуха, привет, привет, парни, а вы не знаете, где улица такая-то, такая-то? И мы такие, нет, а такое чувство, что мы его знаем. И это возможно только в Казахстане, мне кажется. В Алматы ребята успели не только дать концерт, но и записать клип на новую песню. Ведь вдохновение они черпают из всего, что их окружает. Вдохновение само находит тебя. Ты просто, ты готов к нему. Если ты готов к вдохновению, оно тебя найдет. Если ты освободил место для него, освободил место для творчества, да. Ты создал для этого обстоятельства какие-то. Создал причины для того, чтобы оно возникло. Я не знаю, общаешься с новыми людьми. Ты ездишь в необычные места. Ты остаешься иногда один и думаешь о чем-то важном. Эти вещи, они создают платформу для вдохновения. Стараешься всегда быть открытым, чтобы всегда учиться. Вдохновение участники группы находят и в преданных фанатах. А их подарки они очень бережно хранят. Нам подарили такую баночку, и в ней было то ли 100, то ли 1000, короче. 100 причин, почему эта девчонка любит нашу группу. Маленькие записочки, она вручную все писала. Вручную написала 100 маленьких записочек, скрутила их ниточкой, такой, завязала в бантик и положила в такую баночку и завязала ее. Когда мы открыли, пару, это были разные абсолютно вещи, за которые она лично любит и ценит нашу группу. Да, это было просто, конечно, космос. В интервью парни признались, у них есть грандиозная цель – сделать мир лучше. И с каждым новым городом и концертом они становятся чуть ближе к своей мечте. Мы предлагаем людям начать с себя. Каким ты хочешь видеть мир вокруг? Таким и стань, все просто. Ты хочешь видеть больше радости вокруг? Наверное, нужно больше радоваться тебе. Ты хочешь видеть, как другие помогают тебе. Наверное, это классный знак тому, чтобы ты начал помогать другим. Если ты хочешь видеть больше доброты в людях,
Возможно, это тот самый сигнал, который напомнит тебе, что ты должен быть добрее. И мы говорим с молодежью об этом, говорим о правильном выборе и помогаем им его принять. Каждый из нас, мы не курим, не пьем, не ругаемся матом. Для нас это принципиальная позиция. Не просто ради здорового образа жизни. У нас есть убеждения, есть ценности, есть вера. И это дает нам определенные принципы, которыми мы делимся с людьми. И тем самым мы хотим оставить в их жизни больше, чем просто песня или пережитые эмоции, или крутой автограф. И так хотим изменить мир вместе с ними, как бы это амбициозно ни звучало. Если мы можем изменить мир одного человека, ради этого стоит жить, наверное. Твоя любовь.